Если 21 апреля вы прогуливались у театра «Кукол и Кьят» и заметили развивающиеся флаги молодежных организаций или услышали веселую музыку, значит, вы оказались на пути к Республиканскому фестивалю «Студенческая весна 2016». Наша съемочная группа решила не упускать возможности и стала частью большого события студенчества. Такое веселье творится на улице. Сейчас мы узнаем, что происходит внутри. Пойдемте. Это студенческая весна 2016. Мы прибыли. Сразу у входа нас встретило бесчисленное множество молодых энтузиастов. Судя по одинаковым футболкам, это активисты и волонтеры республики. Тут же проходила регистрация участников. Движения, музыки, энергии было так много, что мы решили провести тайное расследование. Вас заставляют здесь сидеть, да? Нет, нас не заставляют. Сами решили. Все хорошо. И вправду все хорошо, просто энтузиазма у активистов так много, что задолго до начала отборочных этапов здесь организовались целые развлекательные программы. Кто-то не отрывался от репетиции, кто-то играл и фотографировался, а кто-то даже успел отправить письмо матери. Дойдет письмо, да, далеко же? Дойдет. Давай напишем. Отправляем привет от Универсмотри. А кому секрет? Любители риска и авантюр здесь могли попытать свое счастье в играх на желание, а мы помогли их исполнению. Это задание для хорошего поднятия настроения. Может, давай ты, давай. Я буду желание. Да? Спой первый куплет гимна России. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна. Спасибо, хватит. Написать о своих желаниях или просто оставить послание студенческой весне 2016 можно было в специальной кабинке бесцветными маркерами, которые при высыхании обретают цвет на темной доске. Универсмотри на студенческой весне 2016. Точка. Так много людей. Уже, по-моему, скоро начинается. О, ты пишешь? Давай запишем тогда стендап. С минуты на минуту начнутся отборочные этапы Республиканской студенческой весны 2016. Поднять занавес. Хотя первый день отборочных этапов посвящен направлению вокала, тут были и представители театра и хореографии. Ребята, можно вас двоих? Это получается, вы не говорящие? Они не разговаривают. Как вычислить дискриминанты 16? Спасибо. Очень, очень информативно, на самом деле. На самом деле они разговаривают. Это начинается охота на мимов. Давайте. Они разговаривают. К мероприятию подготовились основательно. Множество декораций, пресс-воллы и все это, чтобы студенты вдоволь могли пообщаться и сделать фотографии на память о студенческой весне. Летом появляется облака, студенческая весна. Студенческая весна 2016 очень мягкая и добрая. Мил. На фестивале можно было заметить не только красивые декорации, но и интересные образы. Но оказалось, что не все персонажи любители говорить с корреспондентами. Милашки, идем за ними. Стоять! Ой, он остался один, ему некуда бежать. Это тупик. Зачем ты убегал? Я же малыш. Малыши всегда убегают.
Малыши отожгли не по-детски на церемонии открытия фестиваля. Здесь же свою премьерную песню представили послы студенческой весны в Татарстане, небезызвестная группа «Прогульщики». А за судейским столом сидели настоящие звезды Митя Бурмистров и полуфиналист программы «Голос» Антон Беляев. Именно им предстояло отобрать лучших вокалистов для участия в финальном этапе фестиваля. У ребят появляется намного больше шансов попасть в делегацию Республики Татарстан, потому что мы будем выступать дома, и у нас есть возможность выставить большую делегацию. Поэтому на сцене борьба, мне кажется, будет не только за диплом и награды, но еще и за право попасть в сборную Республики Татарстан. Ну а кто покажет себя лучше всех и попадет в сборную Республики Татарстан, мы узнаем на гала-концерте 26 апреля. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.